Şimdi çalıştayımızın ilk konuşmacısını huzurlarınıza davet etmek istiyorum sevgili misafirler. Turan Üniversitesi Rektörü, Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumları Birliği Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomi Bilimleri Akademisi Başkanı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Mühendislik Akademisi Başkan Yardımcısı, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi, Almatı Kamu Konseyi Başkanı, Baris ve Parasat devlet ödülleri sahibi, 50 bin yıllık ekolojik felaketler ve Avesta efsanelerine yansıması isimli eseri bulunan bilim insanı, Turan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rahman Aslanoğlu, alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Құрметті әкім мырза, құрметті министр мырза, Мақын бей, құрметті әріптестер, сіздерге мың да бір рахмет, уақыттарыңыз бөліп, бүгін осында жиналғандарыңызға. Біз енді Қазақстаннан келдік, негізгі мақсат, 7 жыл бойы осы жұмыс істеп жатырмыз, осы тақырып бойынша белгілі заттарды топтастырып, сіздерге жеткізу. Соны қарасаңыздар, соның арқасында бір жақсы қорытынды келген сияқтымын, соны сіздерге бөлісейін деп келдім. Уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы нашли время, пришли сюда. Я хотел бы результаты 7 лет своих исследований довести до ваших сведений, поделиться своими мыслями, потому что, казалось бы, многие известные вещи, когда их начинаешь группировать и внимательно анализировать, приходится к неожиданным выводам. И это имеет непосредственное отношение к нашей тюркской истории. Махмудбей сказал, что мы нуждаемся в том, чтобы совместными усилиями воссоздать правильную картину, потому что так сложилось, что история полна мифов, стереотипов, так и всяких измышлений. Поэтому очень внимательный и точный анализ происходящих событий позволяет сделать соответствующий правильный вывод. Я хотел бы в тезисном порядке, может быть, некоторые вещи вам известны, но тем не менее, когда они нуждаются в систематическом изложении, возникает какая-то определенная картина. Поэтому я рассматривал историю катастроф, теорию истории катастроф, которая имеет отношение непосредственно к нам. За последние годы, я перехожу к докладу для переводчиков, в последние годы воссоздание наиболее полной картины экологических катастроф произошло в течение 40-11 тысяч лет назад, мировая наука значительно продвинулась. Новейшие комплексные методы исследования катаклизма позволили получить совокупность дат, более-менее точно определить время событий. Целый ряд российских ученых на основе длительных и тщательных исследований смогли восстановить наличие огромного водного бассейна. Только 4 миллиона квадратных километров. Казахстан территория 9 миллионов квадратных километров. 4 миллиона, представляете, это больше, чем, наверное, Турция. Или в районе этого. Назад на территорию Западно-Сибирской низменности, откуда идет поставка всего российского газа и нефти на мировой рынок. Обозначено как Мансийское море. Картировать, очертить его границы, а также определить период его образования с 35 тысяч лет тому назад до 27 тысяч лет назад. Излишки Арктического озера при прорыве Карского ледника во время 6 суперкатастроф сбрасывались в мировой океан. Период переполнения Мансийского моря связан со временем существования ледовых плотин. Это я должен делать или кто будет делать? Я думаю, там он будет управлять. Семитр ма? А? Аркадий Жалғастыр деген бұл. Период переполнения Мансийского моря связан со временем существования ледовых плотин. Исследование показало... А это время? Исследование прорыв потопных вод показало, что накопившая избыточная водная масса период с 28 тысяч лет, 19 тысяч лет и 11 тысяч лет назад переливалась через
природный шлюз, который проходил через Тургайскую долину на территории Казахстана. Выявлены отметки береговых высот, которые колебались как минимум 5-6 раз. Зафиксировано как трансгрессия Аральского моря. Трансгрессия, Куландинская, Шомышкольская, Древнеаральская, Раннеаральская. Исследователи выявили переливы избыточных вод через Саркамышское озеро и реку Узбой в Каспийском море и далее через Кумамынычскую впадину в Черное море. Образовавшийся каскад морей и озер нашел отражение в Овесе. Частота переливов вод Аральского моря и Каспийского моря зафиксировано в Хвалынских, Каспийских трансгрессиях, Дагестанская, Избербашская, Новокаспийская. Сильнейшие в истории похолодания на Земле имели место 40 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад и 5,5 тысяч тому назад. Катастрофический замороз занял несколько месяцев, около полугода. Образование огромной водной массы в Мансийском море обусловило формирование многометровых ледовых плотин, запрудивших устье сибирских лед Лена, Обь, Енисей. По заключению Карнаухова, ледяная наледь шириной 500 тысяч километров, высотой 150-200 метров, запрудила северные реки 13-12 тысяч лет назад. Ледовые плотины наросли в результате ужасающих морозов. Но вначале мамонты и другие животные были повержены ударной волной. Профессор Хибин отмечает, что мамонты, попавшие в эпицентр взрывной волны, были раскромлены на куски, пятитонные мамонты. Жестокий мороз запечатали вечную мерзоту на готовую тушу мамонтов. По экспертной оценке, обратите внимание, чтобы заморозить более чем пятитонные туши мамонтов, нужна температура минус 130 градусов. И это была мгновенная заморозка, ибо в желудке мамонтов сохранились тундростепные осенние травы с цветами, лютики, осоки и так далее. То есть получается, посмотрите, многие как бы известные вещи, но такая температура на Земле отсутствует, минус 130 градусов, которые заморозили мамонтов. И это экспериментально проверили, на самом деле так оно и есть. Одновременно сильнейший удар синхронно из солнечной активности наблюдает технический сдвиг земной коры. Профессор Халилов из Азербайджана, Брушенкин, говорит о том, что проснулись десятки вулканов, особенно Тихоокеанского огненного кольца. Их пепел разметал на сотни километров. Во время катаклизма туши поверх магнита 3-4 раза засыпал вулканическим пеплом до покрытия их ледяной водой, потому что не знают, откуда появился пепел на тушах мамонтов. Ледяная волна, и как раз то, что профессор Халилов говорит, ударная волна настигла Солнце, и солнечная активность вызвала тектоническую активность на Земле. И в результате вот просто вулканы накрылись своим пеплом туши мамонтов. На Земле нет источников ужасающих морозов, которые бы запечатали туши мамонтов на многие столетия. Такой мороз есть только в мезосфере. Прорвать слои мамонтов атмосферы для жесточайшего холода могла бы только мощная ударная волна из далекого космоса. Астероиды, метеороидные потоки подобной силы не обладают. Всплески радиоактивности, когда содержание радиоуглерода 40 тысяч лет назад внезапно выросло на 250%, 30 тысяч лет назад на 175% и 13 тысяч лет на 150% являются следами вспышек сверхновых на Земле. Системизация всплесков радиоактивности, цикл заморозки таяния снегов, трансгрессии морей, частоты падения метеоритов, периодов внезапных падений вулканической активности 16-17 тысяч лет назад, массовые гибели животного мира, потоп и другие маркеры указаны на направлении источника взрывной волны. Откуда пришел взрыв? Все они обращены на звездное небо. Дискуссии развернулись об источнике аномальных катаклизмов за последние 40-50 тысяч лет. Наиболее вероятным названы пульсар Гейминга и двойная звезда Сириус. Особое внимание привлекает Сириус и события, происходящие в этой двойной звезде. Интрига добавляет миф африканской премии Дагонов, практически точно описавший события в тройной звезде, где третья все еще не обнаружена. Сириус – звезда южного полушария, ее орбитальный период составляет 50 тысяч лет. Физика процесса света необычайной звезды примерно 120 миллионов назад, превратившись в белый карлик, до сего времени полностью не раскрыта. Ричард Фейерстон, Ален Уэс, Симон Уэрс написали процесс взаимодействия белого карлика и красного гиганта, когда белый карлик взрывается как сверхновая и выбрасывает колоссальную энергию взрыва посредством гигантской ударной волны в межзвездное пространство. По их заключению, за последние 40 тысяч лет на небе появились 231 сверхновых. Некоторые должны были находиться очень близко, и взрыв одной из них мог привести к этим событиям. Дискуссия развернулась о возможности взрыва Сириуса Б как сверхновой. Мнения астрофизиков о возможности взрыва на Сириусе Б за последние 50 тысяч лет разделились. Одни считают, что такое невозможно, другие обращают внимание на то, что нет необъяснимых ответов, третьи философски разделили руками, в космосе все возможно. Вот таблица катастроф. Что-то здесь пульт не успевает. Таблица, конечно.
Я прошу обратить внимание на таблицу, потому что здесь я все катаклизмы свел в одну таблицу. Пустые графы означают, что не означает, что их это нет, просто нет данных по ним. Но посмотрите, какие вот события. 18 тысяч лет, 16 тысяч лет, 13 тысяч лет, 11 тысяч лет назад. По ним имеются данные, которые, говорят, позволяют тому, чтобы сгруппировать эти события. То есть эти события, катаклизмы, катастрофы были не случайными. Они последовательны были. Сейчас многие вот по изотопам, есть разные изотопы. Берили, допустим, от одной звезды, железо, там, радики от другой железы и так далее. Так? Поэтому позволяет определить группу молодых звезд и группу более старых звезд, которые могли быть источником этих взрывов. Привлекают некоторые совпадения дат. Вот ведь переударная волна разрушает ранее образованные ледовые плотины, и накопленная вода уходит в мировой океан. За время повторного цикла вновь образованные плотины запрудили сибирские реки, которые заполнили равнины западно-сибирской долины, способствовали формированию Мансийского моря. Мансийское море возникало неоднократно, 3-4 раза. Наибольшее совпадение дат 9 свидетельство о значимости синхронных событий, происходящих, которые приходят на 13 тысяч лет назад. Вызывает удивление большое совпадение древних календарей. Древнеегипетский 11542 года назад, древнеассирийский 11542, древнеиндийский 11652, майя 11653, японский 11640, китайский 11640. Все даты удивительным образом разных концов мира совпадают. Обращает внимание кривая динамика уровня радиоактивности, похожая на динамику. Радиоактивность, где нам покажите график. Еще. Дальше. Дальше. Вот, посмотрите. Вот здесь данные, собранные по пикам радиоактивности, говорят о том, что обнаружены, так, кривая, что взрывы продолжали место, вот пики. Пики говорят о том, что катастрофические явления связаны с этими пиками. Но звезда дышала, звезда все время источала свои всплески. И они были обнаружены на Земле. И точно так же вот нижний, это по льдам. Вы знаете, в Гренландии сделали шурф, ледовый кряд, керн, очень глубокий. И там обнаружили следы таяния снегов, когда охлаждалась эта температура, и это сразу видно в пиках. Пики совпадают, скажем так. И в этой связи хочу сказать, что многие события, которые описаны в мифах и легендах, они не имеют основания, они ориентированы на происходящие события. В Авесте есть целый ряд указаний о том, что это первая экологическая катастрофа, описанная в Авесте. Землетрясения, потопы, было написано, звезда Сириус, Тишрия, так? То есть впервые в мировой истории в Авесте записано, что роль звезды Тишрия, роль звезды Сириуса. А Сириус, мы говорим о том, что был источник этого взрыва. В результате вот речь идет, когда это было, так? Мы говорим о том, что Авеста происходила на нашей земле. Посмотрите, потопы были на море Варукаша, Аральское море, нынешнее Аральское море, потом через Узбой, море Саракамышского озера, уходил в Каспийское море. В Авесте прямо это написано, так? Озеро Чайчаста. На тюркском слове, тюркский язык, Чайчаста, Шайлда. Я нахожу следы вот этих катастроф в Авесте, тексте Авесты. Буквально, значит, каждая фраза находит подтверждение. Какие реки, так? Река Анахита, которая написана в Авесте, это и есть река Амударья. Я почему на это обращаю внимание, на локализацию Авесты имеет непосредственное отношение к Центральной Азии. Эти города, эти поселки, так, эти реки, скажем так, эти события ложатся на нашу карту. Река Анахита, так, река Амударья,
Про Ленина написано очень много в этой повести. И там некоторые начисляют оспаривать ее, что это находится в Иране, эта река находится в Афганистане, в Азербайджане. На самом деле эта река Мударья, она доказана так. Поэтому все эти события, которые происходят вокруг этой реки, река, значит, море Варукаша, это Аральское море. И вот здесь дальше продолжение. То есть все эти факты имеют место. Я хочу сказать, что мы должны более внимательно смотреть на текст повести. Я внимательно перечитал, и там нашел много фактов непосредственно, которые имеют отношение к нашей истории. Например, говорится о том, что Заратуштра, Ягод родился на берегах реки Ра, Ранхарки. Тур Йошта, говорит, я, значит, дал жертвоприношение, принес на берегу этой реки Ра, Ранха. Получается, Ранха, значит, где можно принести, на берегу какой реки можно принести жертвоприношение. Одна из крупнейших вот рек на нашей территории, это река, значит, Волга, так? И только там есть море, остров, на который можно было принести жертвоприношение. Стандартное жертвоприношение. 10 тысяч овец, 1000 коров и 1000 лошадей, скажем так. 15 раз было указано там. Единственный остров, который совпадает с местом, где можно принести жертвоприношение, это остров Сарпинский. Сарпа на казахском, на тюркском языке означает жертвование, жертвоприношение. То есть это находится на территории река Волга, которая является, можно ее поднять ее как река Ранха. Что это означает? Это означает, что Заратуштра родился на берегах реки Волга, которая называется Ранха, в степях Турана. То есть он туранец, по большому счету. Затем непонятый ушел к каинидам, и там в возрасте 77 лет был казнен, скажем так, там написано Прадар, я не знаю, Прадар это шаман или святой, но, по крайней мере, туранцы казнили его за предательство, за измену. Я хочу им сказать, что здесь вот эти события, которые говорят о том, что катастрофы, которые происходят на этой земле, говорят о том, что история овес относится к этому периоду, 5-6 тысяч лет назад. Если это так, то события Овеса написаны про нашу историю. Значит, люди, которые там жили, и Заратуштра не мог это не сказать. Значит, в этой связи, я думаю, что мы должны сделать правильные выводы, читая тексты. Потому что сейчас никто не читает текст, как правило, идет основываться на комментариях. А многочисленные комментарии, к большому сожалению, опираются на каких-то измышлениях. К чему это приводит? К тому, что мы формируем неправильную точку зрения. И в этой связи я обратил внимание на знаменитый Фердауси. Фердауси Шахнаме из трех основных частей состоит. Первая мифологическая часть, легендарная часть, которая нас оставит, делает ставку на Авесту. Но в Авесте он так переврал, скажем так, историю, между нами говоря, потому что противопоставил Иран и Туран. Но когда был Туран, а Ирана не было. Российский ученый Стариков говорит, посмотрите, в Овесте нет Ирана. Есть два-три упоминания об арийских племенах. Один раз это Кейхосров, когда их объединил у озера Чайчаста. Чайчаста, мы понимаем, как Саракамышское озеро, потому что Чайлда, тюркское слово Чайлда. Это промывное озеро было. Там второй раз, когда, говорит, Кейнет Митра, защитил их у предгорья Памира. Дважды. Нет упоминания о том, что арийцы господствовали на этой территории. Многие исследователи считают, что арийцы – это есть, скажем так, прародители иранцев. Значит, если не было арийцев, как можно было противостоять Иран и Туран? Такого в истории не было. И получается, вот наши племена, тюркские племена, племена туранов, были как восточно-иранские племена, назвать невозможно. Как можно назвать племя того, кого не было? Их не было, так? И в этой связи делать неправильный вывод, а потому что сложился стереотип, что вот все евроцентрическое представление восточноевропейское, скажем так, требует, чтобы мы только этому следовали. И сейчас внимательный анализ этих событий говорит о том, что
Я прихожу к выводу последовательно, что это событие происходило, катастрофа на нашей земле, это отражено во вести, и если так, тогда все эти события надо трактовать по-другому. Иначе получается вот ошибочное представление. Значит, Туран был раньше, чем Иран. И поэтому сегодня, конечно, Фердоуси великий поэт, слов нет, но он из трех частей составил. Легендарная часть, значит, героическую часть и потом историческую часть. В героической части он тоже взял это подвиг, эпос о Рустеме. А Рустем – это сакский воин. Он руководитель Систана Сакастанта, скажем так. И получается, он Фердоуси противопоставил вот Рустема Афросьябу. Но Афросьяб когда это было? Это совершенно другое время. Это была разница между ними где-то 6-7-8 веков, может даже больше. То есть получается, в угоду своим заказчикам, иранским шахам, Фердоуси внес серьезные коррективы в понимание в этой истории. В итоге получается сейчас доминирует представление Фердоуси на эти события. Но нужно критически проанализировать, так этого не было. Этого не было. Сам текст говорит о том, что многие исследователи текста говорят, что такого не было. Поэтому, я думаю, сейчас наша история нуждается в более внимательном анализе. Так? Факты должны быть. Так? Не просто комментарии, не просто какие-то вот слова, что вот тот сказал, этот сказал. Это доминирует, к большому сожалению. Стереотипы у нас, в нашем мышлении, продолжают на нас давить. И в итоге мы всегда, не всегда делаем правильные выводы. Поэтому история, допустим, Кейнидов, история Парфян, Фердоуси 500 лет выбросилась из своей поэмы. Как будто вот и не было этой истории. Но она история была для того, чтобы в угоду сделать, чтобы сасаниды имеют отношение к Кейнидам, к Авесте. Вот такую привел, значит, скажем так, интерпретацию, вольную интерпретацию. Многие говорят, что Фердоуси не историк, это он поэт. Поэтому допустил вольности такие. Ну, сегодня эти вольности давят. Так мы говорим, я посмотрел мой комментарий, все опираются, как сказано, в Авесте. Где посмотреть, это как не в Авесте, а как в Фердоуси. Фердоуси получается как источник. Но он источник быть не может. Поэтому сегодня вот эти события, которые позволяют нам внимательно проанализировать, говорят о том, что мы должны тюркский мир внимательно проанализировать историю. Так мы, нам не нужна чужая история, но свою историю тюркский народ должны внимательно рассмотреть. Почему вот Парфян, история Парфян практически не рассматривается? Что-то противоречит какой-то сложившейся концепции. Почему предыдущие истории, скажем так, не рассмотрены? В этой связи я думаю, что история Турана нужна более внимательном отношении, более в серьезном анализе. И вот я просто пришел к выводу, проанализировав все эти события, потому что события, то, что произошло в космосе, уже никто не отрицает. То, что значит, была катастрофа, никто не отрицает. И эти события находятся в том, что да, это нашло отражение в Авесте. Раз это так, значит, история Авесты начинается когда? Это происходит на нашей Земле. Поэтому, я думаю, сегодня нужно очень внимательно проанализировать. Я написал большую книгу. Там, конечно, есть много специфических терминов, но тем не менее, мне кажется, что сейчас это было бы полезно нам, скажем так, очень внимательно внести коррективы в историческое понимание происходящих процессов. Иначе мы будем каждый раз упираться, ссылаться на другие источники. Сегодня вот мы с Махмудом вчера говорили, речь идет о том, чтобы наши историки, историки тюркского мира, внимательно проанализировали и восстановили картину по крупицам, потому что там идет серьезное сопротивление, малейшее, сразу обвиняют в том, что вы не понимаете, что наши тюрки только воевали. Нет, тюрки занимались и производством, и созиданием много было. Вот слово «каршвар», «семь каршваров», «семь» — это «каршвар» семь соседних стран. Это было, значит, в нашей истории. Поэтому мне кажется, что сейчас мы должны обратить на это серьезное внимание. Спасибо.